Из-за паводка жители Чувашии получат социальные выплаты и пенсии досрочно. Речь идет о населенных пунктах, которые находятся под угрозой затопления. Это жители нескольких сел в Алатырском, Шумерлинском, Яльчикском районах. Всего досрочно пенсию получат 98 жителей на общую сумму 1 600 000 рублей. В ведомстве сообщили, что почтовые отделения уже начали доставку пенсии и соцвыплат с 5 апреля. В ближайшее время все адресаты получат положенные им денежные средства.